Всем привет, дорогие мои! Сегодня я получил еще вот такую посылочку, которую я сейчас вам покажу. Это у нас я заказал наушники, двое наушников от компании On Audio, диджеевские. Я просто заказал две разных модели от диджеевских, и чтобы посмотреть, насколько они отличаются и тому подобное. В общем, сейчас мы распакуем, посмотрим, что за модель, как отличается и тому подобное. Ну, собственно, как видим, у нас Studio Pro, а здесь просто Studio. То есть это Pro-версия, это обычная версия. Вот и отличия, в принципе, от их моделей в названии. Так, Born for DJ, то есть сделано специально для диджеев. Упаковка, в принципе, такая вот довольно информативная. Здесь вот тоже информация имеется, сейчас посмотрите. В общем, вы себе сами смотрите, чтобы я не комментировал лишнее. Вот, и посмотрим, что у нас еще тут внутри. Сначала вот эти распакуем, а потом посмотрим, сравним с другими. Вот. Что у нас сразу встречает? Хороший качественный чехол, что немаловажно, потому что часто бывают наушники без чехлов идут. И такая вот сразу комплектация. Давайте посмотрим, что в комплекте идет. Как видим, сразу провод на 6,3 и 3,5. То есть, да, для подключения, например, в смартфон там или компьютер, например, или там диджеевскому пульту. Можно, кстати, подключать и так, сейчас покажу. Дальше вот этот разъем, это просто обычный 3,5-2. Кстати, очень хорошо, здесь есть такая пружинка для защиты, для того, чтобы не переломать кабель. Это очень хорошо, что продумывали сразу, просто респект. Также резюме, кстати, чуть отличается, здесь более качественно сделано. А здесь он как бы прорезиненный, здесь пластмассовый вот этот. Вот. Сама вот эта вот провод, он такой прорезиненный тоже, его можно как попало, например, сворачивать, и он не запутается. Это очень хорошо, я уже пробовал, такие наушники у меня были. Кстати, еще гарнитура имеется, очень, опять же, удобно. Еще и с кнопочкой, есть микрофон, кнопка, можно принимать вызовы, слушать. Очень хорошо сделаны, продумано, действительно классно. Не у всех такое имеется. Дальше, с комплектацией два кабеля. Что еще? Еще какая-то книженция, инструкция, что ли, это такое. Здесь такой тоже поролон такой, приятно сделан, красивая упаковка. Ну, в общем, презентабельно, качественно продумали. На подарок тоже отлично подойдет. Дальше смотрим сами наушники. Очень качественный чехол, тоже такой вот типа кожзама, ну, мягкий, приятный, очень хороший, непромокающий. Так, и сами наушники, смотрим, сразу встречают. Сами наушники, как видим, вращаются в любые стороны. Вот эти вот блины тоже классно так вот блестят, красиво смотрятся. Сверху у нас брендовая вот эта вот штука, прошита с нитками, On Audio фирма. Сразу у нас показывает вот это очень мягкая, классная на ощупь тоже. Есть металлическая. Очень удобно, кстати, для того, чтобы не поломать. Бывает, иногда пластиковые ставят, их чуть согнул, и оно уже может сломаться. Здесь с этим опять же продумали, очень хорошо фиксируется. Дальше крутится, например, как и в одну сторону, так и в другую. Можно выкручивать их по-разному. В общем, очень компактно вообще. Как видите, вот такой чехол помещается нормально для транспортировки. Чуть, вижу, примялись. Но амбушюра здесь тоже прошитая ниткой. Вообще мягкая, прям ну, вообще крутая. Здесь тоже, кстати, поролоновая такая. Очень мягкая, классная амбушюра. Часто бывают жесткие такие, неудобные. Вот эта мягкая намного лучше, думаю. У меня другие наушники есть от этой фирмы, только с Bluetooth.
там тоже такие амбушюры. Я ими очень доволен. Это, наверное, самые лучшие амбушюры, что у меня были в наушниках вот такого плана. Вот, что мы конкретно имеем здесь. Кстати, давай мы покажем еще, как выглядят здесь. Здесь, кстати, это тоже soft touch типа. Я думал, это пластик, это soft touch. Soft touchовая типа пластинка. Здесь она такая ребристая, не видно, наверное, на камеру. Красиво сделано, диджеевская, плюс типа пластинка виниловская, виниловая. Вообще классно, логотип фирмы. Вот эта штука блестит. Просто шикарно. Дальше. Что у нас? Разъем для наушников. То есть разъем для кабеля 6.3 и разъем для кабеля 3.5. То есть можно и те подключать без проблем. И от того и того будет работать. То есть, например, вы хотите к смартфону подключить. Подключаете, например, этот кабель сюда. Этот смартфон. Конец 3.5. Или, например, хотите диджеевский пульт, этот сюда, а 6.3, например, диджеевский пульт. Вообще классно. То есть продумано с этим, вообще никаких проблем. Классные наушники, не, реально прикольные. Очень мягкие, ну, просто в руках аж прям приятно держать. Так, ладно, это у нас Pro версия. Давайте посмотрим на версию обычную, которая идет простая. Тоже он аудио. Так, как-то она открывается. Здесь такая упаковка. Так, открывается таким вот образом. То есть упаковка в упаковке, как видите. И здесь встречает тоже такая вот брендовая упаковка. Очень классно сделано на самом деле. Кстати, здесь упаковка чуть помягче. Здесь она как бы более такой толстый картон. Для транспортировки более качественно сделана. Ну, например, сейчас мы посмотрим разницу. Вот это... Ну, чуть-чуть, в принципе, на даже меньше сантиметра. Где-то 0,8, наверное, меньше. А если так, то довольно много. Как видим, если так, то на сантиметра 4, наверное. Сантиметра 4. Коробка, это поменьше получается, гораздо меньше упакована. Тоже видим студио. Здесь студио Pro. Здесь просто студио. Сделано для диджеев. Power of Music. Сила музыки. В общем, круто тоже сделано. Давайте еще посмотрим сзади информацию, чтобы уже все как бы посмотреть и сравнить заодно. Так, тоже такие 50 мм диагональ блинов этих. 32 сопротивления. Что еще здесь интересного такого? 6.3 имеется, 3.5. В общем, так. Так, ладно, смотрим, что внутри. Кстати, здесь уже чехла нет. Вот и разница. Так, по комплектации. По комплектации то же самое, в принципе. Здесь тоже вот этот кабель. Кстати, тоже очень удобный. Можно растянуть. То есть, если вы, допустим, далеко отошли от пульта, например, где вы там подключили, почувствовали сразу, что уже в натяжку, тогда уже можно, тогда уже знаете, что доходить дальше не надо. Потому что если бы был обычный кабель, вы бы себе отошли и, наверное, сорвали сразу же штекер. А так, за счет вот этой штуки будете чувствовать, что насколько далеко отходите. Очень удобно на самом деле. Кабель такой же самый, тоже, кстати, с таким вот пружинкой. То есть все продумано, вообще классно. Такой же кабель, как и там. Здесь то же самое, такой же кабель 3.5.2 разъема. И тоже, кстати, гарнитура имеется с кнопочкой. Кнопочка здесь тоже имеется. Дальше. В обычном пакетике. То есть здесь уже чехла нет. Вот, это разница. Кстати, тоже вот это бренд имеется.
чем отличается, наверное, ничем дальше остальным. Разъемы все те же самые. Амбушюры вот эти уже жестче, кстати. Эти более мягкие, здесь вообще классные амбушюры. Здесь уже более жесткие. То есть сетки уже не такие удобные, как там будут. Вот, здесь уже проэкономили, получается. Но тоже вот это вот можно крутить в разные стороны. Очень удобно, на самом деле. Вот, смотрится тоже шикарно. Тут уже пластмасса, то есть пластик идет. Тоже этот винил, пластинка, только уже пластик. Там было soft touch, здесь уже пластик. Чем еще отличается? Если так взять, по внешнему виду отличается только, что здесь там амбушюры прошитые красной ниткой. Здесь не прошитые, здесь нет прошивки такой. Здесь пластиковая, там софт-тачевая пластинка. Дальше. По внешнему виду больше, наверное, ничем не отличается. В остальном, наверное, все то же самое. А, кстати, здесь черные вставки, здесь красные внутри. Вот, наверное, вся разница. Если будете покупать, то, например, будете уже знать, как, чем отличается, как выбирать. А ну так, в принципе, тоже довольно неплохие. Я думаю, по качеству звука будет примерно такие же. Просто качество самого амбушюра, наверное, отличается. Это, наверное, и цену будет сбивать больше. В остальном, я думаю, все то же самое. Ну и плюс чехол. По звучанию мы чуть попозже проверим. Я сейчас отключусь и подключусь, потом покажу, как по звучанию они отличаются. Итак, друзья, проверил эти наушники, подключал, послушал. Скажу свое мнение. Подключать, наверное, не стоит. Вряд ли вы, наверное, вы все равно на камеру услышите реальный звук. Попробую объяснить, какое качество у каждых наушников. Оба наушника играют очень громко, реально очень громко. Очень чистый звук, хороший бас, в принципе, он имеется. Не самый, конечно, большой, потому что я слышал, есть такие наушники, где вообще бас прям аж чересчур. Нет, здесь он как бы умеренный. Здесь, в принципе, вообще, когда многослойность идет. Но разница все-таки имеется между этими наушниками. Если так как бы объяснить визуально, например, если вы сидите в такой маленькой комнате и слушаете отличный звук, то вот это вот эти наушники, получается, которые не профессиональные, ну, то есть без про буквы, просто студийные, диджеевские. То есть звук отличный, хороший, качественный, но как бы есть ограничения где-то в объеме. Здесь они более объемный звук, получается, как будто бы вы сидите прям в здоровенной там комнате вообще, и звук многослойный, то есть много, получается, каждый инструмент можно отдельно услышать четко, красиво, вообще хорошо получается, и звук такой более широкий, то есть более объемный он. То есть мне вот эти больше понравились, например, хотя и те по-своему звучат интересно. То есть взять одну и ту же композицию, к примеру, музыки, вот она будет звучать здесь чуть как бы более басисто, что ли, как бы более обычно, но качественно, в принципе. Я не говорю, что обычно просто это плохо. Обычно хорошо. Здесь они звучат гораздо лучше. То есть вот эти, если сравнивать с другими производителями, например, наушников, эти вообще, в принципе, могут даже посоревноваться вполне. Отличное звучание. Хороший звук, качественный, все четко, громко. Выраженный каждый инструмент. Каждый звук вообще четко слышно. Ну, в общем, не зря называются диджейскими, поэтому они и так идут. Я сначала подумал, что они как бы идут моно, то есть наложены эти слои, каждый звук отдельно слышно, но звучит как бы ровно. Но нет, здесь все-таки стерео тоже имеется, то есть слышно все-таки переливание с одного уха в другое ухо, например, это все есть. Плюс вот эта многослойность, объемность, все это присутствует в одних наушниках. То есть вообще классно. Удобность в том, что можно переключать вот эти вот разъемы как в одно, так и в другое. Например, смотря в что вы подключаете эти наушники. Удобно сидят на голове, можно регулировать вот эти вот металлические вот вставки, очень хорошо. Вот эта штука тоже удобно ложится на голову.
амбушюры плюс. Ну, в принципе, я бы рекомендовал, наверное, больше вот эти наушники. Они более качественные, более хорошие. Амбушюры отличные, просто мягкие. И звук чуть лучше, мне больше понравился. Вот, собственно. А дальше уже решайте как бы сами, что вам покупать. Ну, это уже, смотрите, я, в принципе, сказал свое мнение. Надеюсь, я вам в этом помог, как бы, как выбрать наушники с этой фирмы, с диджеевских. Вот, а вы себе уже решите. На этом пока что будем заканчивать тогда. До скорых встреч. Всего хорошего.